Я ей прямо так и сказала: об этом, Верок, не может быть и речи. Он же женатый человек. А она все плакала, как окно в ноябре, и только говорила: я знаю, я знаю. Ну что же мне делать? Я ей прямо так и сказала: Верочка родная, в жизни все проходит, остывает, а потом с трудом вспоминаешь, как выглядел тот, что был тебе дорог. И сам удивляешься, что целых 3 месяца подряд ходил на почту по 5 километров, туда и обратно, туда и обратно. Так и не получив ни одного письма, а Вера мне сказала: я с собой что-нибудь сделаю. Вечером заглянула я к ней в спаленку. Она спала и так дышала, так прерывисто, как маленькая, как слабый бегун, которому не добежать до финиша. Ведь такие слабые бегуны ничего не могут выиграть. Или могут?